Хорошо, так. Есть локоть, да? Давай бороться. В сторону, в сторону. Твой захват, руки отдаешь, твой захват. Вниманию всех тренеров регионов. После окончания поединков первого дня соревнований состоится совещание под руководством начальника отдела женской борьбы Федерации спортивной борьбы России Александра Викторовича Борзунова. Явка всех тренеров обязательна. На ковре А идет полуфинальный поединок весовой категории до 53 килограммов. В красном трико представитель команды Республики Бурятия Стальвира Ошуш. Мастер спорта международного класса. Стальвир тренирует в спортивном клубе «Дом». 14 лет занимается борьбой под руководством заслуженного тренера России Максима Малова и Евгения Павлова. Двукратный победитель чемпионата России, победитель чемпионата Европы прошлого года. Синий трико Лейла Карымова представляет команду Оренбургской области, кандидат мастера спорта. Борьбой занимается 10 лет под руководством тренера Владимира Гончарова. На ковер Б приглашаются спортсменки весовой категории до 76 килограммов. 1/2 финала. Наталья Воробьева, Кристина Шумова. Приготовиться Виктории Фроловой, Ксении Бураковой. На ковре Б заслуженный мастер спорта, обладательница золотой медали Олимпийских игр Наталья Воробьева. На ковре А чистую техническую победу одержала Стальвира Оршуш.
Республика Урядия, город Улан-Удэ. И выходит в финал весовой категории до 53 килограммов.